Друзья, здравствуйте. Долго думал, что сказать в начале ролика, но, наверное, скажу вкратце. И тем не менее, приходится мириться с действительностью и как-то в ней жить. Мало того, что я только что переболел ковидом, пропали запахи, так еще вот это вот все. Скажу честно, настроения делать ролик совершенно не было, и один ролик я пропустил, но понимаю, что нужна разгрузка. Я сам захожу в интернет часто, чтобы просто поискать, как освободить голову от всяких дурных мыслей, хочется просто отвлечься. Именно за этим я и здесь. И надеюсь, что вы тоже здесь именно за этим. Единственное, что я посмеюсь, дать вам пару советов. Первый из них, пожалуйста, берегите себя, будьте аккуратны. И в целом избегайте политвопросов, потому что многие в них не разбираются, многие с родственниками ругаются, происходит какая-то хрень, короче, поэтому лучше просто, если вы здесь, если вы зашли, чтобы развлекаться, то старайтесь мысленно сейчас просто абстрагироваться и расслабиться, и поулыбаться, и посмеяться. Поэтому всем приятного просмотра, надеюсь, все будет хорошо. И также важная вещь, надеюсь, вы, друзья, знаете про существование VPN и все такое. Ну а теперь, собственно, к ролику. Тут мы с Даником в Ready or Not побегали и устроили небольшую дуэль, предварительно отрубив худ и найдя интересный полигон. Да что ж ты такой тихий-то, ты как мы там ходишь, крысен. Скажи мне, я тебя ушатал или нет? Даже не рядом. Да я ж тебя слышал прям там. Ну что? Ну ты ладно, хорошо. А! Ебать, скрины! Ладно, давай, теперь я выйду за пределы. Ну давай, я иду прятаться. Давайте помогу. Что ты там расчехляешь, гондоний? Пистолет. Флешку, блядь. Флешка. Я никуда не пойду отсюда, мне по с пистиком. Просто буду тут сидеть и все, и ничего не буду делать. Иди, мудак. Не пойду. Я буду сидеть в углу. Ты что делал в углу? Хули, теперь я посижу в углу. Тебя слышу, ты за стенкой. А, это, блядь, страшно, сука. Я тебя услышал, пока ты доставал свой предмет и разрядь. Прилег, да? У меня только один шанс, мне хп нету. Либо да, либо нет. Либо да, либо нет. Что ты молчишь? А ты что молчишь? Страшно. Вот там сидишь, да? А! Там ты сидишь. А! А! Правильно. А! 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 Кончать тебя или как? Чё? Как лежится тебе? Заебался своими сетчатыми. Я твою забрал у тебя. Это твоя была на стенке. Я ее спиздил и с другой стороны поставил. И выебал тебя, блядь. Чё, говорит, кончать тебя или нет? Ну шо ты, блядь? Ну шо, иди. Ты как это сделал? Это что за тактический прием? Взлетел! Что? Взлетел! Я просто прыгал, как Сильвер, блядь. Просто взлетел, блядь! Пистолет возьми! Ваши патроны кончились на пестике. Что? 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 У меня? У меня нет. Ты как? Да я-то в норме. Вот, например. А ты как? Что это за звук? Мне больно. Ну ты чё? Ну а что мне делать, блядь? Заклевал, блядь. Я уже не подыхал, давно у меня ничего нет. Я изматываю тебя. А у меня уже никаких ресурсов нет, для автомата остается. Я не буду брать автомат, похуй. Буду какими-то другими средствами хуяриться. Мне смешна та ситуация, что я всегда слышу, когда ты по двери достаешь ту хуйню, чтобы выбить дверь. Я просто как бы, ну, я тебе сочувствую и хочу ускорить процесс. Ну ты же здесь, я же понимаю это. Что? Попал каким-то хуй. Я вообще только по звуку ориентировался. Но пули у меня всего три. Когда они у тебя, блядь, закончатся? Нету больше, я просчитался, была одна! А, неправильно, математика и хуйня, нельзя с револьвером мне стрелять. Где ты? Не знаю, я и не слышу тебя.
О! Сука! Сука! Куда ты несешь свою базуку? Ты чё, блядь, пёс? Ты чё, блядь, ты чё на... Один раз в живот просто и всё. Ну чё? Сейчас, подожди, план? Да, щит достану. Сейчас щит давай, достану. Давай. Ну всё, ебать. Давай, нахуй. Ебать, в смысле, нахуй? В колено. А что ты делаешь? Извини. Подожди, я хочу посмотреть на всё это. А, ну неприятно. Ну, в общем-то, поп. Вася, я же тебя выстрелю, просто и всё. Я же тебя просто выстрелю, тебя и всё, блядь. Чё ты живёшь? Мне так. Лучше подлечиться. Мне тоже ничего нет. Я тоже ухожу. Ай! Ай-яй-яй-яй. Я с тобой. Я с тобой. Как тяжело, да? Сука. Я под ноги, блядь. Больно? Это вообще пол. Взрыв пакет, ебать. Почему ты умер? Ты просто кинул последнюю хаешку и спустил дух. Я просто споткнулся и помер, блядь. А почему ты умер? Кинул. Реально не хаешки, а хуй. Какая-то, это петарды обычные. Чё, перемирие? Нет. Ладно. А, ты умер! Что ты там стоишь, пёс, блядь? А ты что, ты думаешь, попадёшь в меня? А что сложного? Знаете, критика бывает разная. Бывает хорошая, бывает конструктивная, бывает ПВЕ-ориентированная ММО-РПГ-хой, геймплей которой вертится вокруг динамичных боев и эпичных камбух. Если вы не уловили, то критика — это новый проект на Фогейме, который релизнулся в конце февраля. Здесь безумные скорости, яркий графоний и гибкая настройка сложности подземелий. А чтобы игрок получил свой уникальный игровой опыт, тут широкие возможности для создания собственного билда. Почти два десятка классов будет доступно на релизе, заточенных как на ближний, так и на дальний бой или вообще универсалы. А глубокая система апгрейда снаряжения даст разгуляться и придумать свой собственный стиль боя. Несмотря на свою ПВЕ направленность, в игре можно выйти на арену и помериться силами с другими игроками. Кстати, в честь старта игры на Фогейм идет уже большой розыгрыш, где главный приз — ноут. Так что прыгайте по ссылке в описании и пробуйте свои силы в критике. Игра бесплатная. Там ходят справа. Работаем аккуратно. Работаем аккуратно. Блять! Идиот, блядь! Что растяжка была, что? Я просто... Идиот, блядь! Я открываю эту дверь. Надо было доносить. Ай, блядь! Что, дебил? Что, что? Чел зашел в комнату, спустился со второго, мне ёб очень быстро. Я убил ее. Твою мать! Ты лежишь на этой женщине, ты умер членом, прямо упираясь ей в грудь, поэтому... Ну что это дура делает? Посмотри, блядь. Точно хороший искусственный интеллект или просто у них дамаг высокий? Сейчас я помогу ей узнать. Дура безмозглая, блядь. Ты ее только контурил. Да как? В смысле? С чего эти гранаты? Не надо, за аптечкой пошла. Не, NPC здесь максимально тупые, просто проблема в том, что... Нюанс в том, что им... Открой дверь, я ему сразу закину гранату. Очень хороший аим, они наводятся сразу моментально, то есть просто так прописано. И дамаг большой. Что сделать? Открыть дверь? Свою часть я выполнил. Ну все, блядь, теперь агрессивный, никаких больше поблажек. Ты не забывай, что мы по-прежнему так же быстро умираем. Никакой ничего смазки, не поменялось. Никаких отлагательных действий, только грубая сила. Ты просто глупый, блядь, ты что, себе 100 слоев брони челлендж устроил? Что поменялось, что ты теперь такой бесстрашный? Я только щит выставил перед лицом. Ёбаный в рот, все по новой. Почему вдвоем на такой опасной миссии? Потому что мы крутые. Точно. А, это такой маленький. Не говори никакие крутые фразы, пожалуйста. Никакие крутые фразы не говори вообще. Я просто пройдусь быстро, Вась, и сделаю зачистку по красоте, реально. Идиоты. Я убил их, блядь, выстрелил в голову магазина, а потом крикнул руки за голову полиции, блядь. Погружение. Тихо. Кому ты?
Там один мужчина. Эта игра заставляет тебя чекать, где бы ты ни был. Что? А вот его я не заметил. Что ты там говорил? Ничего забудь. Ну вот так, на сегодня на этом все. Надеюсь, мне удалось вам поднять настроение хоть немного. Также надеюсь, что увидимся на следующей неделе, и все будет в порядке. Будьте аккуратны, не ссорьтесь, побольше отвлекайтесь, и до скорых, я надеюсь, встреч. Все, всем пока, пойду отдыхать и поем, тут еда у меня стоит.